желать. Щось не нравиться мені он та фігура. Знаєш, Акуліт, всі здесь фігури, між прочим, поставлені по плану знаменитих архітектора. А он та, по-моєму, не по плану. От глянь. Тепер ти бачиш? Чтоб я, Саша, пропал, если не за он, тем каменным чудаком жабы с минометами. Ты что, это статуй? Статуй жабы все равно там. Что, что я слышу? Громче! Тёсть, опередить атаку противника! Тёсть, по сигналу! Да, слышу! Тёсть сорвался! Разрешите, товарищ старший лейтенант. Гранаты! Есть! Товарищ! Куда? Да вы всегда вместе, товарищ старший лейтенант. Зюбина, видишь? Вижу. А теперь? А? Нет, не вижу. Да вон же Аркадий! Вон! Нет. Вон! Андрюша, дай добавочку. Мой кореш правильный товарищ. Саша, дружочек, расскажи дядям что-нибудь. Слушай, брось ты ей. Ну, расскажи, например, как ты поднял на ноги целую германскую дивизию СС. Пошел, молодь. Что, ребята, никто не знает, как Саша Суральмаш из пистолета стрелял? Нет, нет. Ну, это мировая история. Да, интересно. Да. Интересно? Да. Сашенька наш где-то в бою надыбал трофейный Маузер. Ну, что говорить, он его уже схватил по своему росту. Во, Маузер, пушка. Ну, сказочный аппарат, шикарная вещь. Но с него же надо стрелять. А как это сделать, когда Саша бежит в атаку без оружия? Оно ж ему не надо. Он клепает фашистов ручкой. У мальчика кулачки, так дай бог каждому, Саша. Покажи зрителям свои музыкальные пальчики. Одним словом, той мальчик, не рахитик. Ну, вы все, конечно, помните за ту красивую минутку затишья на нашем участке. Да. Так Саша решил спробовать свой пугач. Что ж делает этот мальчик? Что? Все? Да. Он идет в аллейку, срывает беленький цветочек, ромашечка, чешет. Тихо, тихо. Цепляет его до дерева под видом это мишень. И открывает тир. Ну, в ромашечку нужно же еще попасть. Ну, а когда такой ребенок начинает стрелять, так об остановиться же не может быть и разговора. А за звук от этого пугача мы тоже говорить не будем. Мортира! Ну, жабы подумали, подумали, с левого фланга как ударили минометы, за минометами пулеметы, а немецкая полковая артиллерия... Спокойно, спокойно, вас вызовут. Немецкая полковая артиллерия подумала на Сашин пугач, что это наш артподобный. И давай клепать по Саше и по Ромашке. По Сашечке и по Ромашке. Одним словом, что вам говорить. Саша еле живой притопал с той аллейки. И тут же обменял свое украшение на махорку. И правильно сделал. Я у вас спрашиваю, как можно было работать с тем пугачом, когда в нем не хватало самой главной части? Это какой же такой главной части в нем не хватало? Что? Какой это главной части? Главная часть каждого оружия есть голова его владельца. Все.
Саша! Отчисляйте к нам в дивизион, больше ребят потешаться вместо циркового клоуна, а? Артиллерист, можно вас на минуту? Слушай, артиллерист, ты Сашу не зацепляй. Он же умнее тебя в миллиард, ясно? Давай. Ты, Дзюбин, брось! Видали мы ваших одесских. Каких одесских? Моряков в бою. Женщин и детей под германскими бомбами. Этих ты видал? Да знаем мы вашу Одессу. Слушай, ты Одессу не трогай, там горе и кровь. Я ж за твой красивый город Смоленск слова плохого не скажу. Да брось ты, Дзюбин, политграмоту! Слушай, если я еще раз что-нибудь подобное услышу, я из себя, малютка Манон, сделаю гурьевскую кашу тут же на месте, не отходя от кассы. Ясно? Ясно. Че это у вас, Аркадий? Ничего, Сашенька, небольшой урок географии. Курите, артиллерист. Дозор! Кобзев! Я! Кулаченко! Я! Васев! Я! Караваев! Я! А вы, ребята, готовы весточки домой? Поштальон же в третьей роте. А ты чего, Аркадий? У меня есть один друг, кому бы я мог написать. Так он рядом со мной в этой землянке, а больше некому. А ты-то кому, Саша? Маме. Ты меня ждешь и у детской
кроватке не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Есть Аркадий Дзюбин? Есть. Аркадий, письмо. Что, Аркадий? Они бросили бомбу в середине Дерибасовской улицы. Это ж самая шикарная улица на весь Советский Союз. Разрушить такую деребабушку, такую красотку, Саша. Жалко. Они разбили памятник дюку Ришелье? Ну, а кто этот дюк Ришелье? Как кто? Это ж почетный гражданин Одессы с чистой бронзы на постаменте. Статуя. Ай-яй-яй, что натворили эти босяки. Ну, они не только у вас натворили, всюду они натворили. Всюду? А что? Всюду белые акации и полирояли, всюду невероятные скалы лонжеронов. Ну да, для великого русского классика А.С. Пушкина Одесса это была Одесса. А для тебя А.П. Свинцова это всюду. И почему это мне так не везет? У людей вторые номера, так это вторые номера у меня Свинцов, Камбала, гигант. Ну и оставайся со своими роялями. Саш. Здравствуйте. Что мою шинь взял, а? Ты чего волнуешься, Аркадий? Сашко вернется, не пропаде. А кто волнуется? Я волнуюсь не о нем, я волнуюсь, чтобы он почистил пулемет. А-а-а. Пропуск, Мурманск. Сашу не видел? Нет, не видел. Пропуск, Мурманск, Саша не проходил? Проходил, проходил, и ты проходи. Ты же знаешь, я для хорошего слова папашу продам. Знаю. Между прочим, напрасно ты так думаешь, а если я шучу или что, так ты плюнь ноль внимания. А я и плюю. Вот это тоже, между прочим, напрасно. Я ж тебя как родного люблю. Сколько мы с тобой натерпелись, сколько немцев поклали, это ж кошмар подумать. Вот это правда. Такой дружбы, как наша, на всем свете нет. Ты где был? Меня повели к командиру. Ребят, хорошо поспать, а? Есть. Какому командиру? Ты что, не можешь быстрее говорить? Командиру полка. Зачем? Он хотел меня видеть. Зачем? Ты понимаешь русский язык? Зачем? А он сказал мне, молодец, товарищ Свинцов. Хорошо дрались. Грамотно дрались. А что ты такое уже сделал? А я поклал немного немцев рукопашной. Сколько? А я 7 штук поклал. Не, кроме шуток 7 штук. А чего, точно? Вот это да. Вот это Саша Суральмаша. Вот не это... шуми, ребят. Вот это ты поддержал марку пулеметного расчета. Давай, Спир. Давай. Давай.
Саша ничего не берет. Ни пуля, ни мина, ни снаряд. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не злазить. А ты знаешь, что я сейчас подумал? Ну, все-таки жаль будет после войны расставаться. Дружба, что на войне замешана, она самая верная дружба, Аркаша. А зачем нам расставаться? Что разве моряк с Одессы и кузнец с Урала не могут жить вместе? А ты возьмешь меня с собой после войны в Одессу? Можешь считать, что билет в Одессу у тебя в кармане. Я из тебя сделаю пулеметчика, я из тебя сделаю классного моряка. Ты же не моряк, Аркадий, ты же сварщик. Правильно. А что я варил? Я варил теплоходы и, между прочим, на них ходил. И кое-что видел. Я видел мир. Вот, к примеру, будь здоров, Саша, по-французски. Как будет? Бонжур, Саша. А уже по-английски, how do you do, Саша. А по-гречески, к примеру, как? А? По-гречески. По-гречески? А когда нам обещали боеприпасы? 24.00. Правильно, 24.00. Ну, пойдем. Пошли. Значит, мы имеем еще целых 5 часов. Что ж мы можем предпринять, Саша? Да уж не знаю. Есть тут у меня приятель один. Надо бы ему по телефону звякнуть. Приятель? Ну, не приятель, а так землячок. Вроде как бы студент, что ли. Ты меня, конечно, извини, Саша. Твой землячок часом не в юбке? Ну? Ну, все ясно. А что, если мы пойдем до того землячка? Да уж не знаю. Она-то вообще, конечно, меня приглашала, когда мы с ней познакомились. Смотрите на него. У него есть девушка. Она в него безумно влюблена. А он это скрывает? Ну, говори уже, куда идти. Сюда. Саша, Суральмаша, вы же его знаете. Да мы с вами в очереди на лимонад познакомились в сентябре. Спрашивал, как вас зовут, а вы сказали Тася. Помните, нет? Он мне про вас все уши прожужжал, и я вижу, стоило жужжать. Да, мы специально с фронта приехали, чтобы вас повидать, а вы нас в дверях держите. Ну что, заходите, заходите, раз вы уж здесь. А вы знаете, сегодня Фугаска упала в зоопарке. Говорят, убила слона. Ай-яй-яй-яй-яй. Слона, ты слышишь, Саша, что делается в тылу? Ну так я вас спрашиваю, должен был тот слон уезжать со своей родной и любимой Патагонии, чтоб тут потерять свой хобот? Неудачник. Ну все, угощение просто царское. Если, если вы приехали с фронта, вам надо подкормиться. Да, спасибо. Саша. Паёк. Есть паёк. Интеллигентная девушка. Да. Приличная семья. Ты посмотри на папу. Обыкновенная фронтовая закуска. Кушайте, Тася. Ну, а вы? Вы артист? Нет, одессит.
когда слышу хорошую музыку, вижу порт, синее-синее море и вспоминаю. Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали. Когда в пивную он входил, синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессы на веселой свадьбе моряка. Воздушная тревога, воздушная тревога, воздушная тревога. Господи, что за день такой? Десятый раз сегодня. Надо идти в убежище. Смысл? Мы забыли, что мы на шестом этаже. Самый безопасный этаж. Знаете, мне не дошло. Да нет, я вам серьезно говорю. Бомба наша разрывается внизу. А верхние пять этажей она протыкает насквозь, как мороженое. В чем, а в бомбах я разбираюсь. Садитесь. Саша, что ты сидишь, как жених? Скажи что-нибудь. Я скажу. Нужно идти в бомбоубежище. А вы знаете... У нас в квартире живет один старичок. Он, между прочим, никогда не спускается в убежище. Он профессор математики и вычислил, что Ленинград занимает около 100 квадратных километров. Потом подсчитал, сколько на этой площади места занимает его тело. В общем, у него получилось по теории вероятности, что есть только одна десятимиллионная часть возможности, чтобы бомба попала именно в него, и он никогда не спускается в убежище. Так это ж боевой старик. Ой! Не могу. Проводим, проводим. Саша, давай. Один слон. И то его сегодня разбомбило. Какая их матушка? Теория вероятности. Вы инженер, правда? Правда. Механик? Нет, строитель. Так я что же строитель? Вы пароход Тимирязев видели? Ну? Вот этими руками построил. Вы? Не я один, конечно, нас 500 сварщиков было. Да.
А ваш товарищ? А я кузнец с Урала. А теперь пулеметчики? Он первый номер, я второй. Саша, куда ты? Покурить на свежий воздух. Редкой души человек. Золотые руки. Что тебе, девочка? Дядя, вы с фронта? С фронта, девочка, а что? Как на фронте? На фронте сегодня тяжело. Сегодня? А завтра? А завтра будет хорошо. Тебя как зовут? Настенька. Настенька. Тебя, наверное, мама ищет. Иди, девочка, иди. Дети? Садитесь, товарищ Бейн. Нет, спасибо, я пойду. На крышу зажигалок набросал. Пожар, девушки! Аркадий, нам пора. Ты где исчез? Так, погулял. Уже уходите? Да, пора. До свидания, Тася. До свидания, Саша. До свидания. До свидания. До свидания. Тебе глянулась? Кто? Тася твоя? И ты ей глянул. Я? Здрасте, пожалуйста. Она же меня все время расспрашивала за тебя. Кто ты? Да что ты, просто надоел. Трепаться-то брось. А что такое? Ты ж красивый собой парень, Саша. Какой же я красивый? Ты? У тебя представительная фигура. Да с такой фигурой, как у тебя. Что? Саша, у нас во всем взводе нет парня красивее, чем ты, щоб я пропал. Это же немыслимо иметь успех рядом. Да, ты тоже хорош. Чего? Чего? Увлек девушку, бросил, ушел. А... Очень красиво, да. Да разве я что говорю? Я и сам вижу, каких-то девушек на белом свете, одна-две, я обчелся. И ты подумай, Аркадий, если бы не война, я бы ее не встретил. Вот ж правда, кому война, а кому мать родна. А уж как я ее люблю, никому про то не скажу. Ей не скажу. Одному тебе говорю. Полюбила ее брат.
так сильно, как в сейчасной жизни, наверное, уж никто не любит. Знаешь, как я ее люблю? Почти ж как тебя. Вот не пойму только, за что же она меня полюбила? А верно она тебе сказывала, что я сильно глянулся, а? Ну скажи мне, что молчишь? Нет еще, давай спи. Вызвал 4 человек, быть может, на верную смерть. Пусть она знает, что в эту секунду все бойцы вспоминают всю свою жизнь дорогих. И пусть не верит, что на вызов командира весь строй всегда делает шаг вперед. Тут нужен первый. И первым был ее Алексей. И напиши сыну его. Отец спросил: Яшка, ты слушай маму, перед обедом руки мой, мой, слушайся и береги себя. Еще напиши. Алани, получай бритву. Гибель щетины или красивая мечта мужчины, а? Спасибо. Кочевников, голубые кольверты. Убит вчера. Еще напиши. Дегтярев! Дегтярев! Напиши, что такие люди, как Алексей, живут недолго на свете, а свет на таких стоит вечно. Шапира! Да. Миша! Спасибо, Аркадий. Ничего, Миша, вернешься, будет как в сберкассе. Шаланды полные кефали, в Одессу гостя приводили, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знаю, а я так вижу в первый раз. Что, жарко было? Да, так еще не было.
Значит, люди здесь потели, а мы с тобой, Сашенька, в убежище с девчонкой прохлаждались. А у тебя что, девчата завели, Саркози? Нет, у Саши невеста в Ленинграде. Ага. Хорошая девушка. Ничего особенного, рядовой товарищ. Но должен тебе сказать, что даже я не знал, какой Саша хвостун. Есть, говорит, у меня невеста в Ленинграде. Любит меня безумно. А пришли, она спрашивает, что за люди, кто есть такие, она его не знает. Ну, а он давай кричать. Это же я, ваш Саша Суральмаша, я же вас зельтерской водой угощаю. Да неинтересно ей Бог. Мало того, что он полтора часа в передней гудел за зельтерскую воду, так он еще, этот интеллигент, стал вспоминать за какие-то кремовые тянучки, что он ей где-то покупал. И что она ему сказала спасибо за трамвайный билет. Ну и что? Ну, что ж, барышня растерялась, мы до нее зашли. Тут я замечаю, что такое. Невеста с меня глаз не спускает, а на Сашу ноль внимания. Слушай, брось, Аркадий. А у жениха уже вот такие фары, ручки вот так. Ну, вы же его знаете, как против немцев. Ну, думаю, порядок. Сейчас он будет разносить эту кают-компанию в щепки. А мне смешно. Что? В чем дело? Во-первых, она его не узнала и не желает узнавать. А во-вторых, из-за кого такие красивые порывы? Обыкновенный инженер-строитель с примитивным лицом. Ну, кто видел оперу «Смейся, паяц»? Вот я видел. Так это не Коломбина. Саша! Скажи, мой друг, когда ты правду говорил, когда в трамвае или здесь, в блиндаже? Саша, ты же сам видел, ребята, после боя, надо же было что-нибудь. То, что я тебе одному доверил, ты бессовестно растрепал под щечетку. Так это же я для шутки, ну я же горло перегрызу тому, кто тебя обидит. Ее ты обидел. Да таких, как она, со всеми ее чертежами тысяч. Ну, довольно! Значит, точка! Разошлись, как в море корабли! Так, значит, поссорились, разошлись, и теперь враги на всю жизнь. А чего враги? Я люблю его, товарищ майор. И он, по-моему, вас любит. Нет, товарищ майор. Нет, а мне кажется, вы ошибаетесь. Ну да ладно, садитесь, пока чайку попьем. Спасибо, товарищ майор. Садись, садись. Есть. Вы саратовские, говорят, у вас чаи пивали до седьмого пота с полотенцем. Я с Урала, товарищ майор, но чай выпью. А только прошу понять, товарищ майор, что с Аркадием мне теперь трудно будет. А я не для хитрости чай предлагаю. Пей спокойно, не подведу. Есть. Но только хочу тебе сказать, что был у меня друг. Федя его звали. Правда, мы с ним никогда в любви не объяснялись, но любили друг друга до самой смерти. Убили его в Финскую, вот он. Вот вы, товарищ Сенцов, говорите, что вам с Дюбиным будет трудновато. А когда мне трудно, я всегда чувствую, что Федя. Понятно. Надо-ка, надо-ка! Надо-ка! Я Питер! Надо, я Питер! Откуда огонь? Бомбежка! Два самолета сбиты. Так. Здесь, наблюдайте. Очевидно, разнюхали нашу батарею. Четвертый налет сегодня. Винтов!
Товарищ Свинцов! Слушай, товарищ майор. Куда же вы ушли? Приказано было вернуться на свое место. Такого приказа не было. Назначайтесь вторым номером к пулеметчику Акулите. Есть вторым номером к пулеметчику Акулите. Правильно, надо наказать Дюгина. Пусть помучается в разлуке. Идите. Есть. Ничего, помирится. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера, буди меня, темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен. Привет. Смертельно. Что скажете? Назначен к тебе вторым номером. Ты? Да. А что такое с Сашей? А он назначен вторым номером на пулемет, как Улить. Между прочим, по личной просьбе. Между прочим, студент, возьмите примус и проверьте его. А то этот провизор Свинцов мог оставить его грязным. И вообще, как я на вас обоих посмотрю, так вам не на пулемете работать, а на пару с Сашей каламашки возить. И даже этого я вам тоже не доверил. Такое нахальство. А что у нас там так и осталось промеж вас? Два таких корешка, как ты-то от Зюбина. Щелочи у тебя маловато. Завтра в бой, а пулемет не в порядке. Чего? Чего? Видал чего? Ну, что ты скажешь на Сашку? Мало того, что он фасон ломает, так он еще наклепал на меня майору Рудому. Ну, ничего, жизнь покажет, кто человек. Помириться вам надо. Нет, я капельку подожду. Пускай у него совесть заговорит. Не обстреляли еще? Страшно? Да нет, не очень, товарищ мой. Оказывается, привыкнуть можно. Нет, привыкать уж некогда. Минут через 20 артподготовка, видимо, кончится. А тогда что будет? Ихние танки пойдут на нас. Правильно, ихние танки пойдут на вас. Танки. Панику. 38 штук, товарищ сержант. Страшно? Не очень страшно. Не верю, страшно. Вот как и сейчас шли на наше подразделение вражеские танки. Вызвали цепью в канаву. Танки подошли так близко, что обстрелять нас уже не могут. А нам поджечь машину пару пустяков. Храбрый боец всегда сильнее танка. Есть. Вот. Ребята подготовили бутылки с горючим, ждут. Вот только я сплоховал. А что, товарищ майор? Ты понимаешь, последнюю минуту не выдержал, поднялся, побежал, меня и подстрелили. Не было этого, товарищ майор. Ну? Конечно, не было. А если бы побежал, подстрелили бы по местам. Ну, кто? Есть. И
Помоги здесь ребятам освоиться. Здесь ночка. Огонь по танкам не открывать! Ждать моих указаний! Знаю, что осталось только 300 метров! Приказываю ждать! Аня, есть! Что означает этот странный маневр? А? Да. Что-то мне не нравится этот Нюрнбергский парад. Эти жабы уже что-то придумали. Почему ушли, а? Танки, очевидно, хотели вызвать на себя огонь и этим обнаружить наши огневые точки. А если нет, тогда что? Тогда не понимаю. Посмотрим, пока я спокоен. Но когда перестаешь понимать противника, можешь считать себя убежденным, а вы спокойны. Тюбин! Я Тюбин! Слушаю, товарищ майор. Так, вы и ваш второй номер Свинцов отправляйтесь... Виноват, товарищ майор, второй номер у меня Галанин. Ну да, я так и говорю, с Галанином отправляйтесь к месту поворота танков и внимательно понаблюдайте за противником. Есть наблюдать за противником. Самый маленький танк — это 10 тонн. Ну? Что, ну, какой же грузчик это может выдержать? А кто выдержит наш характер? Железная логика. Вот она, разгадка. Пожалуйста. Надо помочь Тюбину. Якименко, ко мне с пулеметом. Есть Якименко, товарищ майор. Якименко явился. Товарищ майор, разрешите мне с Куликой. Разрешите, товарищ майор. Разрешите. Правильно. Действуйте. Есть. На место. Есть на место. Принимает на себя огонь. Да, с этим мальчиком я бы крепко выпил после боя. Он нам подарил пустяки, жизнь. А ну стой, давай перережу.
всех! Помирать так с музыкой! Эй! Что будет с Сашком? Эй! На пушку! Огонь! По танковому десанту огонь! Ранен. Ну, я мой второй номер. Саша? Ага, тяжело ранен. Воды просто. Есть. Сейчас будет вода. Куда ты? Куда ты? Куда ты? Дура. Ему кто-нибудь расскажет за эту флягу, но пусть потом на меня не обижается. Гордые вы оба, черти проклятые. Свинцов. Свинцов. Саша. Вам букет. Букет? От кого это? Ну, не от девушки, конечно, от бойца. Такой заметный, веселый, шустрый, смеется, но прям кино. Выбрось букет. Куда? На помойку. А письмо? И письмо туда же. Букета, одну минуту. Мы еще не тому вручили? Как не тому? Александру Свинцову, как вы просили, точно. Значит, выбрось? Угу, на помойку. На помойку он, его характер. А письмо? И письмо туда же. Ну и пусть держит фасон. Он же про хвост. Это я вам говорю, как вы есть наша фронтовая подруга. Как его температура? 37. Это много. Нормально, даже дети знают. Ну да. Вы же можете подумать, что это меня интересует. Товарищи. А письмо? Чтоб на помойку? Это букет. А насчет письма не помню. Сестрица? Да? Скажите. Ну что? Мне тут интересно, чем вы подметаете ваши помещения? Как чем? А? Ферменником, конечно. Я так и думал. А я считаю, что такой сандворец нужно подметать только цветами. Смешная штука. Я подумал, раньше бывало, я к вам прихожу, а вы мне говорите, вот стул, Аристарх Павлович, садись. А теперь я к вам прихожу, вы мне говорите, вот стул, Аристарх Павлович, порубите его на дрова. Греться будет. Смешная штука. Да, Тася, вам письмо. Письмо? Да. Опять с фронта. А мне сегодня приснилось, что он тяжело ранен или убит, не помню. Я даже, кажется, плакала во сне. О.
Вы знаете, это глубоко ошибочное мнение. Что? Что в нашем нынешнем положении главное – это покой. Только движение. Уверяю вас, только движение. Аристарх Павлович, вы любили когда-нибудь? Да, я страстно люблю свое дело. Да нет, я не о том. Женщиной вы когда-нибудь увлекали? Что вы, милая моя, я же холостяк. Профессор, вот вы серьезный человек, у вас кафедра. А? Скажите, можно влюбиться по письмам? А, это вам, матушка, у Алексея Ивановича надо спросить. У него кафедра литературы, он эти штуки все знает, все. Не рассчитал. Вот видите, рубил, а она не влезает. А бывает так, Аристарх Павлович, чтобы можно было влюбиться просто так, с первого взгляда, а? Вот он пишет. Вам, может быть, покажется странным, Тася, но я полюбила вас с первого взгляда. Да? Да. Ну, это зависит от впечатлительности субъекта. А? Пропадает стекло, так сказать, источник жизни. Опять в подземелье бежать нужно, в убежище. Я вам одному всю душу открыла, а вы в убежище. Ведь вы же сами говорили, что по теории вероятности... Ай, матушка, какая тут теория? Вот у нас в Ленинграде был один специалист по египетским письменам. И то его разбомбил. Вы знаете, он в госпитале. Кто? Саша Свинцов. А, возможно. Я давно выписался, уже 4 дня. Целых 4 дня? Значит, вы были у меня. Вы пришли ко мне, постучали, вам никто не открыл, и вы ушли. Нет, не стучал. Не был я. Не были? А я вас ждала. А вы что, обиделись, Тася? Вы, пожалуйста, не думайте, что мне нужны были ваши посылки. Эти продукты ели все. Вся квартира, и Аристарх Павлович, и мои товарищи, все. Какие посылки? Ваши. Я ждала их не из-за продуктов, а из-за писем. Из-за ваших писем. Моих писем? Да. А я-то их берегу, ношу с собой. Все ваши 14 писем. Вот они, возьмите. Погодите, Тась, куда же вы? Надо же разобраться в этом деле. Садитесь, Тася. А вы еще стихи писали. Когда мне бывает туго в горячем лихом бою, я помню тебя, подруга, я помню любовь свою. Аркадий. Что? Аркадий, говорю, друг у меня есть. Да вы его знаете. Почти 3 месяца не виделись. А вы знаете там как? Повидать мне его надо. Сейчас же, немедленно. До свидания, Тася. Постойте, куда же вы?
А письма эти возьмите, Тася. В них все верно написано. Может, конечно, не так красиво, но все верно и точно. Извините. Я скоро приду, Тася! Скоро вернусь! Команду, Аркадий. Спокойно. Команду, Аркадий. Аркадий, а почему они не стреляют? Как-то спокойнее на душе, когда они все-таки стреляют. А кто вам сказал, что они дураки? Они строили этот взвод и знают, что его пули не возьмешь. Искайте, студент, на этот пейзаж. Да. А? Пепперный солнце. Спокойно, мальчик, это только перерыв на обед. Вот. Все. Лишки напомини, приведи. Понятно? Понятно!
борьбы! Ты что? Жарко. Аркадий, слышишь? Самолеты. Задержался минут 15 бы еще. Волга. Вызывайте с Юбина, все время вызывайте сот. Есть. Волга! Аркадий, как в той кинокартине, когда у бойцов не хватило боеприпасов, они стали петь боевую песню, а враги, испухавшись, отступили. Это же немыслимо. Ты знаешь, что немыслимо. А что нам еще завышается? Споем, а? Споем, товарищ боевой, о славе Ленинграда. Слова доблести его на целый мир гремят. Отцы вставали за него, гремела канонада, и отстояли навсегда бессмертный Ленинград. Живи, священный город, живи, бессмертный город, великий воин город, любимый наш Ленинград. Качает флаги на Неве осенней ночи ветер. Ночь ясная, как светлый день, над городом плывет. Есть город Ленина один на всем на белом свете. Кто посягнул на честь его, пощады не найдет. Живи, священный город! Живи, бессмертный город! Великий воин город! Любимый наш Ленинград. Ну что ж ты не поешь, Шакулит? Бачу, что ты действительно не помогаешь. Да, патронов нет. Песня наша кончилась. Жабры! Жабры! Бери, Акулита, примус! Мы дадим еще рукопашную! На! Бери! Отдыхаю пока что, товарищ майор. Зюбин, милый, продержись еще минуток 10. Можешь? Постараюсь. А что там нет этого типа, Саши Свинцова? Я попрощался с ним на всякий пожарный случай. Алло! Алло, Зюбин! Зюбин, Волга! Волга! Волга, Зюбин, Волга! Я пойду с боеприпасами в ЗО. Я посылал, уже 4 не дошли. Я пройду, товарищ майор. Дорогу кто-то видите, усеяно разрывами мин и снарядов. Пройти можно. Можно пройти, товарищ майор. Да? Можно. Ну, благословляю. Идите. Есть! Шестая рота! Шестая рота успешно обошла немцев и двинулась в наступление.
умер. Аркадий жив! Эти жабы не дождутся, чтобы Аркадий Дзюбин умер.